появился один из топовых лайтвейтов нашей страны, президент лиги по UFC Александр Шадрин. Ребят, давайте пройдем тренировку, понял, что я здесь оказался. Вы скажите свои пожелания, что бы вы хотели увидеть из моей техники на тренировке, что бы вы хотели проработать. Сейчас просто я начну что-то показывать, а может быть на вашем уровне подготовки, я же вас не знаю, вам сейчас другие вещи. Поэтому скажите, что вас интересует, коллективно давайте примем. А? Против Ну да. Ну вот я покажу, есть один хороший выход, его все делают. Вышли? Да. Я опять ушли отсюда. На месте вообще не стоите. Ваше действие, смотрите, первое, все по действиям. Четко, без лишних шагов, без лишних ударов. Дерну, удар, выход, правый и выше отсюда. Первое движение. Дерну, смотрите, дерну, джеб, выход, удар и выше отсюда. Если я отсюда дерну, видите, шаг, я уже ногу правую смотрю, да? Поэтому я начинаю. Отсюда некомфортно. Если я дерну груди, я здесь вижу этот удар, он не достанет. Ноги, да, начинают дергать. Здесь раз дернули в этой позиции. Отсюда уже вы открылись, он ждет. Он со страху среагирует от страха. Сразу выкинут удар. Поэтому всегда вы финт свой первый начинаете дальше. Вот. Я финт начинаю, когда я его вижу. Потому что мы же не в боксе, не в большой перчатке, где можно это делать. Маленькая перчатка, она залезет. То есть я дерну, здесь уже открылся. Видите? Он будет бить. Начинаем вот отсюда. Дернули, джеб, да? Пошел вам ответ. Здесь вышли, ударили. В этот момент понимаешь, куда тебя бить. Он бьет. Раз, видишь, я сюда ему бью, пробиваю. Не надо два спины. Там вот от этих ударов мало кого. Нужно бить четко вот сюда, от острой стороны. Идет, колено достает, кинч. Еще момент, долго ты его не продержишь. Смотрите, вот я начинаю падать с тобой. Ты упал сюда? Смотри, вот здесь я уже не пролежу долго. Понял? Потому что это неудобная позиция. Я или выйду на тебя, да, я начну уходить на тебя, чтобы оказаться в маунте. Потому что ты уже уходишь, что мне делать? Поэтому вы здесь долго не лежите. Вы сюда перешли, смотрите, сюда накатились затылком. Все, вам уже здесь надо внутри работать тазом. Работаем внутри тазом, разворачивайся. Внутри меня, внутри. И вот здесь опасный момент, видите? Вот эта правая нога, если ее широко пойдет сейчас, я его буду обратно. Добрый день, друзья! Сегодня находимся в московском филиале клуба «Велес». Проходит мастер-класс под моим руководством. Занимаются действующие спортсмены, которые тренируются в этом клубе, выступают за этот клуб. Я делюсь некоторыми своими коронечками, техническими приемами. Вот, с руководством клуба запланировали мою поездку еще месяц назад. Я обещал, я здесь, делюсь информацией. Приходите все сюда, тренируйтесь. Мы впредь будем приезжать, проводить мастер-классы раз в месяц, раз в два месяца я буду здесь появляться. Также Владимир Минеев, который представляет спортивный клуб «Велес», тоже будем проводить здесь мастер-классы, делиться опытом, также присутствовать на тренировках, работать с ребятами. Поэтому всех ждем. Так,
Дарю вам чудотворную икону облегчения злых сердец. Хочу сказать, что, выходя на свои бои, Александр показывает пример многим молодым ребятам, как настоящий христианин, православный воин. Настоящему воину православному Александру. Митрополита Вениамина Печенкова «Небо на земле». Вот Александр читает. Спасибо, вот. Читай, пожалуйста, просвещай. Время сидит! Всем привет! Сегодня посетили мастер-класс Александра Шабля в клубе «Велес». Всем советую тренироваться. Время быть сильным. Всех приглашаю к нам в зал. Всем здоровья! Сегодня Александр Шабля посетил наш клуб, провел открытую тренировку. На тренировке присутствовали наши бойцы нашего клуба, а также ребята, которые узнали о тренировке с соцсетей, с Инстаграма, с нашей рекламы. Это первое мероприятие, проведенное в нашем клубе. Я думаю, теперь это будет на постоянной основе. Александр Шабли, Владимир Минеев, также другие ребята будут проводить мастер-классы. Ждите дальнейших новостей, следите за нами в Инстаграме, в соцсетях. В планах на май месяц возможное проведение турнира. Также Александр уделил время, мы пообщались. Также с Александром пообщались о планах на будущее, о его спортивной карьере, о совместных мероприятиях спортивного клуба «Велес», лиги «Про UFC». Думаем, летом, возможно, будет проведен турнир в городе Москва. Сегодня у нас здесь, в московском филиале «Велес», прошла открытая тренировка под руководством Александра Шабля. Будем стараться проводить подобные мероприятия чаще, чтобы ребята приезжали, делились опытом, показывали разные фишки. Двери нашего зала открыты для всех желающих с любым уровнем подготовки. Приходите заниматься в спортивный клуб «Велес». Время быть сильным.